Товарищи, сегодня мы провожаем 2016 год, который выдался очень богатым на дальние поездки. Кавказ, города Золотого кольца России, Абхазия, Краснодарский край, Крым, Беларусь и Урал. И это далеко не полный список всех поездочек уходящего года. Я хочу поблагодарить всех зрителей, которые помогали мне в этих поездках. Встречали, вкусно кормили, принимали меня у себя дома как родного. Показывали свои города, проводили интересные экскурсии. Спасибо вам огромное. Без вас бы многие поездки просто не состоялись. Также я выражаю благодарность тем зрителям, которые оказывали материальную поддержку. Сейчас канал как никогда нуждается в денежных средствах. И я надеюсь, что в новом году мы преодолеем все финансовые трудности, и деньги на поездку во Владивосток будут собраны. Сейчас мы находимся на пороге нового 2017 года. Года перемен и новых открытий. География поездок постоянно расширяется. Уже не за горами грандиозная азиатская поездка по Казахстану, Узбекистану, Китаю и Монголии. Неизведанные страны и новые горизонты. Будет интересно, гарантирую. Я верю, что в новом 2017 году канал ЮрТВ поднимется со дна Ютуба и обретет широкую известность и огромную армию зрителей. Это даст нам возможность путешествовать круглый год и выпускать еще больше интересных, качественных видео. Мы поднимем канал ЮрТВ вместе, несмотря ни на что. Желаю вам в новом году осуществления всего, что задумано. Какими бы невероятными казались планы и желания, помните, возможно все. Главное, уверенно идите к своей цели и не сдавайтесь. И все у вас получится. А ЮрТВ вдохновит вас. Смотрите и путешествуйте. Счастья вам, здоровья, удачи, любви и финансового благополучия. С новым 2017 годом! Ура, товарищи! Светит в пути зеленый мне свет, доширак и чаек у меня на обед. За башком своим дурманит, снова жрать он меня манит. Поезд купе ИРТВ. Поезд купе ИРТВ. Сквозь камеру глядя в окно на вокзал, все, что было в пути, зрителям рассказал. Урал, Сибирь и Сочи, а зритель больше хочет. Погоня жарко очень, а ехать еще две ночи. Поезд купе ИРТВ. Поезд купе РЖД ЮрТВ.
день. Снимать день не лень. Даже если получится хрень, много за окном городов, деревень. Доеду я до цели, ясен пень. Ночь, все замолчит, в вагоне больше никто не кричит. Как луч озаряющий фара в ночи, мой поезд по рельсам громко стучит. Путешествуй и смотри, этот девиз у меня внутри. Летят за окном ветки и фонари, подпишись на канал и мне лайк подари. Гоняю по Сочи и по стране, в плацкартных вагонах купе СВ. Знают и в Питере, знают в Москве. Железнодорожный канал Your TV. Поезд купе, Ир ТВ. Поезд купе, Ир ТВ. Россия бескрайняя страна, в поезде это прочувствуешь сполна. Сочи, Москва, Красноярск, Владивосток, дыши разговариваем и чаёк. Поезд, поезд, поезд на восток, 8 суток для меня не срок. По всей стране проедет поезд, и Сочи пассажирский поезд. Поезд, поезд, поезд на восток. Эту поездочку ждали мы давно, дались купе на страну глядеть в окно. Станции, вокзалы, незнакомые места, родины нашей красота. Поезд, поезд, поезд на восток, с расписанием на восток.
едет поезд. Дальний не очень скорый поезд. Поезд, поезд, поезд на восток. Собираюсь уж, товарищи, я в путь. Если хотите на это взглянуть, чтобы вам поеду на ютубе показать, надо мне денежек собрать. Поезд, поезд, поезд на восток. Скиньте денег мне на кошелек. Тогда и вас прокатит поезд, самый далекий в мире поезд. Поезд, поезд, поезд на восток. В вашей стране проедет поезд, дальний не очень скорый поезд.